Саша в блог. Вот посмотрите на эту гроздь. Она очень интересная, она не висит. Она как бы как прижата сюда. И интересно, что все виноградинки, они как бы вот так вот одни прижимаются к другой. Я слышал от одного своего очень близкого друга, он всегда на хатунот, да, на свадьбах и на ирусин, всегда говорит такую вещь, что есть у нас такая браха «Ин ви агефен, би ин ви агефен, довар ною мискабль». То есть винограды, виноград вместе с собой, они для себя хороши и принимаются. Что имеется в виду? И вот он как-то объяснил, что вот это вот и есть. Вот эти две, вот эти виноградинки, они прижимаются так, чтобы не мешать одна другой. И все время вместе они находят как бы такой консенсус между собой. Никогда никто не спорит. И просто принимают то место, свободное пространство, которое у них есть. И он всегда говорит, что это рецепт совместной жизни. То есть воспринимать другой виноград, то есть другого человека рядом с собой как реальность, и занимать то место, которое он не занимает. Это такой рецепт. Шалом байт. Вот виноградники. Спасибо большое.